Привет, друзья! Вы смотрите канал «Алга Петербург». Мы продолжаем осваивать новые технологии. И сегодня у нас в гостях уже знакомые и любимые вам лица. Это и мой соведущий Иван Червинский. Может помахать сейчас вам рукой. И друзья, наш... всем привет! И наш дорогой друг Дмитрий Лебедев вышел на связь. У нас сегодня очень интересная тема для беседы. Будем обсуждать нашумевший саундтрек к фильму «Creator the Past» и песню «We Are One», которая посвящена всем медицинским работникам, которые находятся на фронте борьбы с эпидемией, и, конечно, всем людям, которые сейчас в изоляции. Дмитрий, как вам в изоляции? В изоляции? Неожиданный вопрос. Знаете, друзья, я всегда себя считаю домоседом, поэтому абсолютно комфортно себя чувствую в изоляции. Единственное, что теперь и в магазин даже вот думаешь о том, как выйти. Но в этом отношении тут как бы ближайшим магазином мы используем. Ну, а так вроде бы нормально. Сын только рвется на улицу постоянно, но я его не пускаю. Мы признаемся вам по секрету, мы тоже уже привыкли и чувствуем себя очень даже комфортно. Вот. Хочется начать нашу беседу. Мы уже неоднократно связывались, вели диалог, а все как-то не удалось узнать, какую музыку вы слушаете и предпочитаете. Потому что вот лично я люблю классику. Так случилось, вот, наверное, мое университетское образование. Ваня с детства обожает рок. Вот. Что нравится вам? Поделитесь. Друзья, вы знаете, это то же самое, как вот гастрономический вопрос. А что вы предпочитаете? Шашлык, борщ или голубцы, или вот манты, пельмени, или, может быть, вот бишбармак, да? Ну, это трудно, вот это разрываешься, да, я вот все люблю, знаете, бишбармак люблю, голубцы, ну, люблю вот какие-то, есть, конечно, любимые, вот люблю, значит, в музыке, наверное, вот в последнее время мне очень кроссовер нравится, друзья, знаете, очень полюбилось, наверное, в связи с Димашем, вот, знаете, вот это, ну, вот, раньше как-то на кроссовер как-то даже слышал об этом жанре, пару каких-то вот исполнений, ну, как-то вот не пошло, или, как вот сейчас говорят, не зашло, да, а вот вместе с Димашем все заходит, и вот именно кроссовер все больше и больше мне нравится. Теперь это объясняет многое. Кстати, и то, что Саша в последнее время очень сильно на суши заглядывается. На суши? Но я соглашусь с тем, что действительно и с возрастом, и со временем вкусы действительно человека меняются, поэтому это вообще вполне нормально. Ну и от настроения, Саш, ну и от настроения тоже, мне кажется, сильно зависит. В один день тебе действительно хочется классику послушать, а в другой день ты можешь послушать рок. Но есть, кстати, один исполнитель, к которому мы сейчас дойдем, я надеюсь, которого можно слушать в любом настроении, потому что есть песни на любой вкус. Ну вот и действительно, кстати, о птичках, что называется. Конечно, сейчас мы будем общаться прежде всего про саундтрек, который вызвал большой резонанс в сети, в интернете. Многие восхищаются. Мы видели уже и интервью продюсера и композитора этого саундтрека. В связи с этим возникает вопрос, Дима, у нас их будет несколько, но хочется начать с того, что даже сама шутка в интервью прозвучала о том, что как будто бы даже саундтрек был специально написан только для того, чтобы потом под него уже и фильм снять. То есть настолько продюсер доволен тем, что получилось. И в связи с этим вопрос, появится ли теперь очередь, выстроится ли к Димашу от режиссеров и композиторов за саундтреками к другим фильмам? Я абсолютно убежден, что я об этом даже говорил в какой-то из своих реакций на канале, что я говорил о том, что мое глубокое убеждение, что выстроятся в очередь продюсеры или вот кто вот производит вот эти клипы или вот эти саундтреки, обязательно выстроятся в очередь Димашу и будут именно просить, чтобы Димаш записывал саундтреки для вот этих самых дорогих вот как раз таки вот фильмов, миллионного вот этого там бюджета, да, вот я в этом уверен, что вот. Для блокбастеров, правильно? Да, блокбастеры, какие-то фильмы, знаете, вот как для «Титаника» Селин Дион спела, я вот уверен, что какие-то будут фильмы, наверняка в будущем много-много, я абсолютно вот уверен, можно даже запишите мои слова, через 5-10 лет давайте. Можно, соответственно, уже готовиться к поездке, чтобы освещать вручение на Каннском фестивале, да, получается? И тоже и Грэмми тоже обязательно же нужно получить, тоже нужно будет сидеть. Так что, возможно, будет у нас очень насыщенная программа в следующем, в будущем, уже в ближайшем. Ну вот я не знаю, какой будет фильм, вот, которому как раз-таки был записан саундтрек, где Димаш исполнил, да, вот эту песню. Потрясающе исполнил, потрясающую песню. Но то, что саундтрек уже стал популярным, это абсолютно... Ну, я надеюсь, что, может быть, так получится, что сам саундтрек будет более популярный, чем даже фильм.
Может быть, даже. Я не знаю, конечно. Кто только будущее покажет, да? Ну, я не знаю, какой фильм. Но если фильм будет гениальный, то и фильм станет гениальным. Вот в хорошем фильме все важно. И саундтрек, и реклама, и все-все-все, и сюжет, и все очень важно. Я могу сказать, что саундтрек сделал очень хорошую рекламу фильму, потому что сейчас уже все ждут с нетерпением, когда появится сам фильм, потому что трек уже сам заслушали, и вот уже все хотят теперь увидеть, как это будет реализовано в кинематографе. Потому что вот тот же Skyfall, помните, Адель записала, да, саундтрек до сих пор очень часто звучит, и все его переслушивают, хотя фильм, я думаю, не так часто пересматривают. А «Титаник»? Ну, «Титаник», да. Слушай, там, песня — это визитная карточка. Это визитная карточка. Ее так и называют «Titanic Song», да? Как-то так. Песня из «Титаника», ее так и называют. Хотя у нее тоже название же есть какое-то там. Ну, я вот ее тоже знаю, как песня из «Титаника». Здесь то же самое. «Селин Дион», «Титаник», и вот эта песня. И тут то же самое. Димаш Кудайберген. Ну, я думаю, что даже если фильм не станет известным, это никак не отразится на творчестве Димаша. Наоборот, я считаю, что Димаш, вот как раз-таки, вот вы правильно затронули этот момент, эту мысль, что Димаш привлечет эту аудиторию. Потому что у Димаша уже многомиллионная армия поклонников, да? И люди уже хотят посмотреть, что же там за фильм такой, что Димаш согласился для такого фильма, понимаете? Ну, может, не согласиться, может быть, вы. А может быть, уже соглашаетесь, я смотрю. Вот уже это, понимаете, какая реклама, какие деньги надо платить Димашу, чтобы он, придя, и вот эти многомиллионные, уже миллионы просмотров, уже миллионы людей пойдут в кинотеатры. Наверняка и мы пойдем в кинотеатры посмотреть, что ж там за фильм такой. Ну, а вот при прослушивании саундтрека, на что обратил внимание, что бросилось, что запомнилось, вот какой акцент, может быть, сейчас сможешь сделать для наших зрителей, как эксперт? Ну, для меня вот, меня больше всего, конечно, музыка тоже мне понравилась. Я сразу скажу, я вот даже в реакции своей сказал, что, может быть, это музыка Игоря Крутого, потому что я не знал, чья это музыка. Но мне понравилась музыка и текст. Но больше всего, конечно же, я думаю, что если бы это был не Димаш, а кто-то другой, я не думаю, не уверен, чтобы вот так бы понравилось. Ну, именно вот этот космический уровень исполнительского мастерства, да, и вот эти вот все, вот весь голос и все вот эти приемы и то, как Димаш умеет вот, пользоваться всеми этими красками, и рисуется сразу вот эта картина, и у каждого воображения своя какая-то картина рисуется. Вот, я даже не знаю, ну, просто вот это вот, возникают образы. Когда Димаш поет, возникают образы сознания, и каждый свое может рассказать, свое, что он переживает. Вот именно вот это вот то, что Димашу удается вот это сделать. А я думаю, что вот в кинематографе тоже, наверное, вот, это большую роль играет. Эти вот эмоции. Ну вот я когда внимательно смотрел это интервью режиссер и продюсер Джузеппе Зая, по-моему, у него такая специфическая тоже фамилия, хотя он посмеялся, не то что посмеялся, говорит, что когда назвал Димаш Кудайберген, говорит, немножко, говорит, странное имя, фамилия, то есть для него это было непривычно очень. Ну для нас Зая, для нас Папа. Зая тоже. Да, тоже у нас наоборот. Вот, и вот девушка-продюсер, обращаясь к нему, говорит, что у него феноменальный слух, что он, когда слушает оркестр, там он из 300 человек может найти легко того, кто фальшивит. То есть человек mm-hmm. тоже, я так понимаю, с ноткой гениальности, который вот очень тонко разбирается в, mm-hmm. в принципе, в мелодиях и обладает, я так понимаю, уникальным слухом. Это так называется. Ребят, поэтому... хороший дирижер, он и обязан найти, вычистить все, найти одного, там не один человек, там может это сфальшивить здесь, этот здесь, надо знать, где найти, это обязательно. Слух должен быть очень прекрасный, это конечно. Вот. Ну а люди, которые разбираются в кино, они не случайно Димаша приглашают, потому что, видимо, они то, о чем я только догадываюсь, то, что я не могу объяснить, они это наверняка могут объяснить, и поэтому они наверняка заключают контракты, и наверняка будут, я еще раз говорю, уверен, что в очереди будут стоять для того, чтобы пригласить Димаша, для того, чтобы записывать. Особенно учитывая уже такую популярность, то уже люди придут кино посмотреть только лишь ради Димаша. Уже ради этого. Послушать эту музыку и посмотреть, заинтригованный, что же там за такое фильм будет, что за произведение такого кинематографического искусства, да, что Димаш вот именно там вот участвует в саундтреке. Ну вот Димаш, судя по всему, почувствовал нашу тоску, что вот фильм не выходит, и думал, а чего ждать? Выпустил еще одну новую песню, We Are One, вот, слышал ли ты ее, вот, и что можешь сказать?
Клал ли ты вообще их на весы, сравнивал ли ты их как-нибудь? Что можешь сказать вот теперь уже об этой композиции? Если сравнивать музыку, слова, песен, то можно одно сказать. Если сравнивать, то есть песни, как содержание, месседж песен, музыку, или сравнивать исполнение, как прозвучало. Если сравнивать исполнение, то и там потрясающе прозвучало, и Димаш великолепно исполнил. Вот. Если брать музыку, значит, в первой песне, значит, очень понравилась музыка, и текст, и, вот это, и исполнение, да. Здесь, значит, вот эта песня, которая о борьбе с коронавирусом, да. Я вот для себя вот уже думаю все эти дни, да, уже не раз прослушивал, да. Я убежден, если бы не Димаш, а кто-то другой бы эту песню пел, ну, не прозвучало бы. Потому что музыка, хорошая музыка, но вот не более, чем хорошая музыка. Ничего выдающегося в самой музыке я не увидел. Но музыка хорошая, я ничего не спорю. Слова, ну, слова простые. Слова, тоже в словах ничего феноменального какого-то, гениальнейшего такого. Простые слова, вот. Ну, в этом как раз-таки вот заключается вот такая вот, что ли, фишка такая, или соль, или суть всего. Как только появляется Димаш с великолепным голосом, с великолепным свистком. И ведь там не только произведение, что музыка и слова только, да? Ведь там, если мы сейчас посмотрим, вот если бы убрать вот эту саму трактовку, которую, вот я уверен, это Димаш, трактовка Димаша, аранжировка, я уверен, я не знаю, чья аранжировка, но сама задумка построения вот этого. Ведь музыка — это всего лишь мотив, это песенка всего лишь, да? Чтобы сделать произведение, это надо сделать аранжировку, инструментовку, значит, трактовать это произведение вот таким образом. Знать, где крещендо, где диминуэндо, где кульминация будет, где медленнее будет, где... Это же целая драматургия, это очень все сложно. И поэтому другой, не каждый может одну и ту же музыку и одни и те же слова спеть одинаково. Здесь я уверен, что вот вклад Димаша большой, это одно. Если бы не вот не Димаш, вторая песня бы, мы, скорее всего, про нее бы услышали и забыли бы, я так думаю. Ну, это вместе с проблемой коронавируса, она просто, ее просто забудут и все. Но благодаря Димашу, я думаю, эта песня надолго останется, я так думаю. И потому что, смотрите, как там фантастически, да, какой там вот этот свисток, какие там вот эти каденции и вот эти вот опевания и мелизмы, и потом вот эта фантастическая кода, и вот этот звук улетает в небеса, да. Но я уже сказал, что его услышат на всех континентах, обязательно услышат и поддержат. Я попросил, чтобы рассылали эту песню, потому что вот это, ну, и как поддержка, и как воодушевление, и как ободрение. Многие уже в комментариях вот именно говорят, что вот, песня... Если я правильно понял, то Димаш записал эту композицию, будучи у себя в студии, да, получается? Вот у себя на родине. Судя по тому, что мы видим его в наушниках, да, видимо, в студии, потому что, ну, как вот сейчас вот, в связи с вот этой проблемой коронавируса, сейчас вот эти вот онлайн-концерты некоторые исполнители проводят, и Димаш в том числе тоже участвовал. Да? Там просто на кадрах на кадрах нашли человека, который очень похож на Димаша, и говорили, нам писали даже, что вот, посмотрите, вы как не заметили, там же Димаш. Кто-то там мелькнул, ага, я вот еще тоже подумал, но потом смотрю, конечно, нет, не Димаш. Кто-то другой был, мелькнул там кто-то, да, надо будет еще повнимательнее посмотреть. А у меня всегда вот технический вопрос, потому что как вот аппаратура вообще выдерживает такие высокие ноты, потому что у Димаша же есть вообще там запредельные ноты, которые даже вот, я так понял, в фоно не укладываются, то есть вот клавиши заканчиваются, а там еще есть какие-то то ли две ноты. Да-да, не каждый же микрофон делают. Может записать, у каждого микрофона диапазон есть. Как аппаратура из строя не выходит от таких вот практически чуть ли не ультразвуков, да, таких вот, где уже там. Потому что это же, ну, действительно просто такие, ну, высокие ноты, потому что вот микрофон, качество микрофона, да, определяется, насколько вот он может уловить вот эти все тонкости, моменты, да, и может это все дело передать. А у Димаша вообще там, я так понимаю, часть звуков, наверное, даже не... обычный человек, наверное, точно не услышит, а вот именно с музыкальными ушами он, наверное, больше вещей слышит в этом плане. Ну вот сейчас аппаратура же, знаете, не стоит на месте. Все лучше и лучше. Электроника, просто за электроникой, как она развивается, просто не угонишься, да? Но я помню, еще в советские времена мы вот пели в какие-то советские эти микрофоны старые. Ну вот если там немножко не так настроить, если ты будешь слишком громко петь, там тебе так зафонит, что там действительно аппаратура могла из строя выйти. Но сейчас, знаете, все развивается. Сейчас уже, знаете, мне кажется, как ты там... Все можно настроить, все, в принципе, любой, даже самый фантастический. Даже ультразвук уловит. Просто мы... человеческое ухо не услышит, а аппаратура все ловит, наверное. Я думаю, что все ловит, наверное. Да, технологии не стоят на месте, я могу сказать. Дмитрий, скажи, а насколько важно, что сегодня музыканты вот с помощью таких песен помогают тем,
кто, ну, поддерживает тех, кто в тяжелую ситуацию попал. Ну, в данном случае, друзья, знаете, вот Димаш, в первую очередь Димаш, да, потому что я других музыкантов, я пока, я не так много наблюдаю вот за творчеством всех музыкантов и кто участвовал. Может быть, кто-то еще поддерживал, вот, в данном случае Китай и другие страны. Ну, на данный момент я знаю только лишь вот первый, и только вот эта первая песня, вот, которая появилась, да, что Димаш поддержал вот таким вот серьезным образом. Это же надо песню сочинить, это же надо ее подготовить, это же надо ее записать. Это же надо ее там отредактировать и все-все-все, и выпустить, и все, и рекламу, наверное, да, и вот так вот выпустить, это сколько времени занимает, и вот такая работа, да, проделана большая, и вот это все-таки здорово. Я считаю, Димаш оперативно, во-первых, оперативно отложил, видимо, все дела свои, да, вот опять же, у каждого же свои какие-то дела, планы, но вот когда такие ситуации, когда горе приходит, вот, и проблемы, то вот как раз таки вот говорят, да, друг познается в беде, да, и, конечно же, Димаш, вот, в очередной раз Димаш выступает как гражданин, он выступает не просто как артист феноменального таланта, потрясающего уровня исполнительского мастерства, да, вот, и как гражданин, и как человек, вот, это тоже здорово. Ну, вот, молодец. Просто я вот... Какое у вас мнение? Да. Мне напомнила песню, которую вот Майкл Джексон пел. Точнее, там был Майкл Джексон и много еще других артистов, но почему-то ассоциируется с Майклом Джексоном, который «We are the world». И они там... «We are the world», да, да, «We да. are the children». Они все поют там, и, в общем-то, я не помню, да. с чего это... Здорово, мне тоже напомнило это. Просто я как бы... Я реакцию делал на это выступление Димаша, но я там не стал это... Я считал, что немножко не совсем уместно было бы, чтобы мне... Но почему-то вот у меня тоже вот это... Ну, то есть объединить мир, да, вот. Что-то вот такое... Там тоже была проблема, я уже сейчас забыл, какая проблема. Но там тоже была какая-то проблема, вот. Артисты такого... Большие артисты, звезды вместе собрались, чтобы поддержать, да. И вот тут было бы здорово, если бы тоже собрались какие-то нынешние звезды. Вот Димаш показал уже пример. Я думаю, что кто-то присоединится. Ребята, я обожаю, когда появляются новые песни. Особенно мне нравится, когда эти песни появляются на канале Димаша. Почему? Потому что тогда смело можно это видео брать, никто никаких страйков не будет, да? Извините, я напоминаю про эту боль, да? Ну, знаете, я же тоже блогер, у меня же тоже канал, да? Я вот в последнее время, знаете, вот, ребят, вот до вот этого момента, да, вот лучше извините, что это моя была инициатива, напомнить вот этот момент, да? Ну, я как-то об этом... Какое нелегкое время, Дмитрий. Я как-то об этом даже не задумал. Я даже не задумал, а сейчас, вы знаете, вот беру, я сейчас вот спрашиваю каждого блогера, можно ли воспользоваться вашим видео, хотя я вижу это видео даже не этих блогеров, а потому что они брали, просто они там что-то добавили, там какую-то, ну, что-то, пару нот, может быть, или что-то такое добавили, какие-то титры пустили, или что-то еще, и уже, видимо, это уже не, ну, как бы уже не знаешь, кому принадлежит вот эта версия. Вот в этом отношении я же не такой вот, как бы, специалист. Ну, но после эфира нашего сегодняшнего я скажу, у кого брать зависло не надо. А, ну это я уже понял, у кого брать не стоит. Я уже догадываюсь, у кого не стоит, но... Ну, не будем, не будем говорить в эфире вот об этом. Но это, да, действительно есть такая проблема. Я стал бояться брать, но у Димаша на канале я не боюсь брать. И я всегда беру, потому что вот... Ну, ссылочку, естественно, я оставлю ссылку на Димаша. Ну, а Димаше мы постоянно говорим. У меня и мыслей их нету такого, чтобы, знаете, вот... взять какое-то видео, поместить у меня на канале, у меня мысль нет, что кто-то подумает, что я хотел это видео за свое выдать видео. Что это как будто мне принадлежит видео. Кто такое может подумать вообще? У кого такие мысли могут появиться? Естественно, любой здравомыслящий человек понимает, что если я видео беру на канале у Димаша, ставлю ссылочку, что это видео с канала Димаша. Кто может подумать, что я это видео за свое выдаю? Как? Поет Димаш, выступает Димаш. Как это видео может мне принадлежать? Я вообще не представляю. Не знаю. Ну, другие каналы, я смотрю, они подают жалобы, ну, хотя бы, знаете, не страйки, а просто вот такие жалобы в том плане, что они хотят, чтобы им деньги шли, и тогда видео монетизируется. Да. Мне как блогеру, никакого ничего не идет. Хотя, на самом деле, там вообще копейки какие-то идут. Мне даже надо смешно, кому нужны там один или полтора доллара за то, что вот я запишу какое-то видео, да? Мне за это $1, представляете? Я трачу, мне полдня уходит, или там $2, я трачу полдня, и мне за это там один или $0.5. Да? Мне даже на свет не хватит денег, наверное, заплатить эти $1.5, да. Что я тут... Вот. Ну, дело не... И даже вот эти $1.5 кто-то хочет, чтобы им отчисления YouTube делал. Ну, пусть им будут ничего. Ну, хотя бы страйки не кидают, я на том спасибо.
Да, да, страйки тяжелые. Хотя, может быть, могли бы, я не знаю, могли бы. Ну, нельзя переходить дорогу, в общем, серьезно. Пусть страйки останутся на совести страйкометов. Закончим нашу беседу на хорошей, положительной ноте. В ближайшее время будем ждать видео-версию концерта Димаша с Украины. Будем ждать его интервью с Асхатом Максимовичем Маемировым и, конечно, новую песню, которую он нам обещал в своем инстаграм-профиле. А вам, Дмитрий, спасибо большое за эту встречу, спасибо за диалог. Как всегда, было очень приятно, интересно и познавательно. Спасибо, ребят, что пригласили принять участие в этой конференции. Большое спасибо. Назовем это скайп-вечеринка. Да, я приветствую. Благодарю всех слушателей наших. Я как бы мысленно представляю, что нас сейчас слушают. И тоже большой привет всем, друзья. Не болейте, будьте здоровы, поберегитесь. Используйте масочки, пожалуйста. Я сам постоянно только в маске выхожу из дома. Да, друзья, будьте аккуратны. Ладно, я пойду искупаюсь. Саш, за то время, пока ты в Карелии, тут Санкт-Петербург чуть-чуть изменился. Вот. Да, экология явно похорошела в городе. Так что, друзья, всем пока.